Мне 32 года, у меня семья, двое детей и крузак, прикинь. Сочувствую. И то вы меня многие спрашивали сейчас там, дед, почему так редко потоки были. Я сказал, что я якобы болею. Просто я все это время выжидал личинку. То есть, ну, ждал, пока будет информация о личинке. Там были свои проблемы, личинка могла не вылупиться. Я постоянно следил за тем, чтобы личинка там комфортно в яйце матки образовывалась. Понимаешь, о чем я? Вот, постоянно был на контроле личинка их, да. Ну вот, поэтому через 2 месяца родится у меня Ксюша, дочка, личинка. Вот. Личиндепала вылезет. То есть так называемая, ну, личиночка, отросточек. Вот. Ксюша, в честь Ксюши назвал Ксюша, Ксюшка, Ксюша, Ксения, Ксюха, Ксюшечка. Почему назвал Ксюша свою дочь? Потому что у меня в детстве была девочка Ксюша, которая не дала. Осуждать! Вот, короче, через 2 месяца я буду папой, реально. Можете меня заранее поздравить сейчас. Ксюша, нормально, через 2 месяца? Так, а ты 3 месяца назад Ксюшей назвал резиновую бабу. Ну да, вот ты что, да, блядь? В честь бабы резиновой, ну, дочку назовешь. А что там пьешь? Или наоборот, у тебя все в порядке? А? Назови дочку Богданой. Ксюша. Будет сын Богдан и дочь Богдана. Ксюшка. Вот скоро у деда дочь родится, Ксюха. Стримить будет тоже. Научу ее рыгать, срать в микрофон. Будет сидеть, вот. Чуть подрастет, я ее на бонакранс устрою. Вот, вырастет. Готов поспорить, Ксюша ее назвал настоящий батя, рокер, нахуй которого скакала ралли. А какое отношение имеешь ты к этой личинке, понять сложно. Будешь видеться раз в месяц и платить алименты за рокера. Привет, папа, я твоя дочка Богданелла. Ищу тебя из будущего и прошу поскорее уебать моей маме по пузу или сделать аборт. Жить с тобой, Роленко, хуже, чем умереть, так и не родившись. Вот, ребята, поэтому такая новость, да. У меня через 2 месяца родится дочь Ксюша. Вот, поэтому я так иногда, бывает, пропадаю на пару дней с трансляции, да. Вот. Хотите, можно, так сказать, задонатить мне денежку на коляску, там, на кроватку. Я куплю и напишу на ней «От зяблов». Алло. Кто? В смысле воды? Воды отошли. Так попей воды, чтоб обратно вода была. А? Не, я сейчас занят. Да не, я что, блядь, буду смотреть, как оно там вылазит туда. Потом как вылезет, посмотрю. Да. Воды привезти? А, воды отошли. Да похуй, воды там попроси кого-нибудь. Давай.